Привет, меня зовут Денис Федосеев, я главный специалист туристско-информационного центра «Go Сахалин». И мы начинаем цикл передач, который называется «Снимите меня отсюда», который будет посвящен классным, крутым фотолокациям на территории Сахалина и Курильских островов. И сегодня первый выпуск, который обещает быть далеко не последним, так что премьера! Ну что, сегодня мы с вами посещаем оленеведческую ферму Rose Agro на свежем воздухе, эко-стайл. А у нас сегодня три группы детей, поэтому проникнем в самый эпицентр сегодняшней экскурсии и посмотрим и покажем, что же можно увидеть в этой экоферме. Итак, у нас есть рекомендация, как правильно кормить оленей ладошкой, вот такой. Есть, собственно, корм и есть олени, которые уже жаждут встречи. Смотрите, сколько детей пришли, чтобы по-настоящему слиться с природой и посмотреть, как эти прекрасные животные чувствуют себя здесь, как дома. Пойдем. Смотрите, смотрите, вот оно чудо, чудо природы. Привет! Ой, красота! Смотри, есть еще тебе чуть-чуть. Все не съедай, у тебя есть еще братья и сестры, они тоже хотят кушать. Так, где рога? Ну давай. Ой, ты за всех решил все съесть. Оставь ребятам своим. Наелись. У нас три группы, и представляете, сколько сегодня у них вкусного сразу за один раз. Поэтому некоторые уже, собственно, такие говорят, нет, спасибо, на сегодня хватит. Вот еще отличная фотозона для детей, супергерои, супер настроение, супер природа. И устроим фотоохоту. Сбежал, значит. Практически как у бабушки в деревне. Природа, водоемы, гуси. Острики. Что кусаешься? Ну а здесь какой-то прямо сказочный лес. Ну не сказать, что юрского периода, но очень похоже на что-то такое доисторическое. А может быть, здесь живут какие-то подземные люди, эльфы, гномы? Пойдем посмотрим. Ну что, вот мы и в гостях у сказочных персонажей. Как мы поняли, что в сказочном лесу живут вот такие интересные ребята. И мы сейчас в домике хоббита. Ну а это узнаваемые ребята зеленые, партия зеленых практически. Шрек и Фиона, а также их маленькие детишки и домашние животные. Можно выйти? Ты какая? Улыбайся. Снимай.
нас сейчас встреча с лошадями. И чтобы встреча была приятной и радушной, нужно их, собственно, угостить. У нас есть сено, пойду возьму. Итак, общение с природой пошло мне на пользу, чувствую себя прекрасно, вдохновленно. Ну а сейчас снимите меня отсюда.